обычный подонок. Он не подонок, безусловно, совершенно, и он не гений. Он солдат информационной войны. Ему платят достаточно много, но ему платят, скажем так, платят за то унижение, которое он вынужден переживать. Потому что, поверь мне, это совершенно нормальный человек. Совершенно да? нормальным европейским взглядом на Украину, на жизнь, на любую идеологию. И вот представь себе, что приличного, ну, не выдающегося, но приличного актера, который до этого снимался в вестернах и бодро палил из Ремингтона 1875, да, хорошо носил Стетсон, что его наняли работать в порнухе с двумя африканцами одновременно. А сам он еще при этом вынужден пожилой гаитянке публично делать кунилингус. Да? Вот в кадре все это в одном происходит. И он актер, он исполняет эту роль. Но от того, что он ее исполняет, от этого картинка менее гадкой не становится. Понимаешь, ему платят за то унижение, которое он переживает, будучи нормальным человеком, будучи не глупым и неплохим. Ну, конечно, умный. Он вот получает за эту страшную, за это страшное соучастие в процессе деньги, которые ему показались соблазнительными. Более того, ты пойми, что ведь невозможно преодолеть эту гравитацию, притяжение страшное, которое обеспечивает федеральный канал, гарантируя славу, гарантируя возможности, гарантируя все. Но Соловьев-то это все сделал и пошел на это только ради того, чтобы хорошо жить в Европе. И это тоже очень важный момент, Гордон. Подумай на эту тему. Ведь его приобретение, его страсть к озеру Кома, его особнячки, ведь это же его выдает мгновенно на корню. Он пошел на все это только для того, чтобы быть типичным, успешным европейцем.